Ну а если во время выполнения сезонного похода у вас появляется проблема, а именно у вас не получается скрафтить оружие 70 уровня, а это значит, что вам сезонный поход не засчитывают, то в этой ситуации уже спешу помочь вам я. Дорогие друзья, это баг. И если вы уже разблокировали алтарь, то с этой ситуацией вам уже практически никак не справиться. Почему практически? Сейчас поясню. Напоминаю, что алтарь действует на абсолютно всех героев в игре, внутри одного режима. А что касается глав сезонного похода, они работают вообще на всю учетную запись внутри одного региона. Что это означает? Что если вы, к примеру, поиграли охотником на демонов в обычном режиме в сезоне, а потом решили побегать, к примеру, варваром на героическом режиме, то есть на хардкоре, то там вы уже ничего не получите в плане сета, потому что там уже главы будут вам засчитаны. Что это обозначает, дорогие друзья? Да, вы просто должны создать нового героя в хардкорном режиме, дождаться вторника, а он как бы наступает сегодня, завершить портал дерзаний, открыть новым хардкорным героем коробку, за ресурсы, которые вы получите, улучшить кузнеца до 12 уровня, а потом, да, скрафтить непосредственно оружие 70 уровня. Вам это задание, естественно, зачтут, и сезонный поход вы завершите. Так что пользуйтесь, я надеюсь, этим роликом я вам облегчил жизнь. Как вы видите, все оказывается гениально и просто. Помог я вам, не помог? Что-нибудь черканите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!